Отопительный сезон – активное время для волонтеров из пожарной дружины. Акция, которую они провели, носит профилактический характер. Ей дали символическое название – «Безопасность в каждый дом». Цель – еще раз напомнить взрослым и детям, какую опасность таят в себе курение в постели и неосторожное обращение с огнем. Если дети обращаются к взрослому населению, чтобы они соблюдали правила пожарной безопасности, это уже какой-то дает положительный эффект населению, что они вот думают, если дети лучше знают правила пожарной безопасности, чем мы взрослые, то это уже какой-то результат имеет. Республиканская акция, направленная на профилактику пожаров, длилась на протяжении всего февраля. Форма проведения, игры и раздача листовок. Чаще всего участники общества спасателей пожарных работали в общественных местах, рассказывая пенчанам о трагических последствиях, когда пренебрегают правилами пожарной безопасности. Такими путями сотрудники МЧС пытаются снизить число пожаров, произошедших из-за беспечности жителей Пинщины. Результат есть. Это снижение пожаров в городе и районе, по городу Пинску и Пинскому району в сравнении с прошлым годом. Показательные выступления наших работников и привлечение пожарной техники – это прежде всего спланировано на то, чтобы привлечь максимальное количество населения на эту акцию, чтобы не допустить пожаров в дальнейшем, посмотреть, как наши сотрудники работают, как действуют в чрезвычайных ситуациях. Этот этап с раздачей листовок финальный. Итогом республиканской акции станут рейды спасателей по неблагополучным адресам. Завершится комплекс мер в начале марта.